В Ростов доехала партия помощи задержанным 27 марта 23 крымским татарам, которых были задержаны 7 марта после массовых облав в Крыму. Были собраны вещи, необходимые одежды, продукты, и машина доехала в Ростов. И мы сейчас можем послушать о том, кому и что за вещи были направлены. Саляму алейкум. Вот мы с братьями возвращаемся уже с Ростова. Альхамдулиллах, нам удалось передать посылку для наших братьев, в которых были предметы первой необходимости, еда, личные вещи. Несмотря на то, что они в нескольких СИЗО были, все-таки получилось разгруппироваться и передать всем, чему мы очень рады. Хочется поблагодарить всех неравнодушных и наш джамат, который отзывается и не оставляет в эту трудную минуту эти семьи от них. Аллах разул.